Здравствуйте, дорогие друзья, это канал Максимат Зе, и вместе со мной играет Леха и Альмир. Приветствую. Альмир в этот раз не решил для своего канала видео не записывать, что-то не захотел он. И, короче говоря, мы все выбрали премьер режим, называется. Мы пока не знаем, что это значит. Мы появляемся в появились в комнате, в которой мониторы. Ого, что происходит? Начать запрет двух карт, пасовать. Что это за... А пасовать это выбрать, за кого будем, за спецназ или за террор? За спецназ или за террор? Я ничего не нажал. Ладно. Так, тут мы пока ничего не можем нажимать. Следующие мы, походу. Ну, наверное, Анубис я не буду, я его не знаю почти. Можно будет Инферно, либо Нюк, мне кажется. Так, запретить против карты. Какой? Мираж я запрещаю. Так, я запрещаю, короче. И Оверпас я запрещаю. Анциент. Я не хочу на Анциент. Леха, ты тоже... А, Мираж мне не очень нравится. Что-то нам все время на нем не везет. Походу мы на Инферно будем. Может быть или на Нюк. А может быть на Инферно. Ну ладно, все, ждем. Кто-то запретил все же. Какой-то один. Ну и кстати говоря, я по-прежнему продолжаю менять аватарку. И сегодня... Сегодня... Первый персонаж это... помните, не так давно был персонаж Ксевер Модес. Так вот, сегодня будет его напарник по имени Крис Брэдфорд. Микеланджело, Микки, большой М. Как дела, друг? Знаешь, я подумал, мы с тобой такие близкие друзья, а я тебе так мало знаю. Ну хватит, пора сводить счеты, уроды. Давай, отмечай спецназа уже. Спецназ, да, извини. Короче говоря, тоже подручный Шреддера из Черепашек и Ниндзя. Самый лучший ученик его, и вот так вот он выглядит круто. Внешне очень похож на Чака Норриса. Ну и как вы уже, наверное, поняли, он является антагонистом. Опытный, знаменитый мастер боевых искусств, актер, который оказался злодеем. Ну и он, как и Ксевер, тоже мутировал вместе с ним. Причем он мутировал дважды. Ну, в общем, потом узнаете. Так, Нюк все-таки выбралась у нас карта. Интересный режим. Режим голосования это... Даже прикольно, я бы сказал. Так, блин, ожидания игроков. Никого нету. У меня нет. Тут. У меня тут со мной нет никого. Тут среди врагов Кроша. Наполовину Кроша XZ, наверное, блин. Отведай-ка силушки скорострельные и добро пожаловаться на весь мир. У меня новый скин на Эмке, Дикле и Эджи. Да, Алёха мне подарил пару новых скинов, один из них вы сейчас видите на своих экранах. Это USP S черный Лотос. Еще у Эмки. Новый скин, новый подмовить. Максимадзе, так сказать, донашивает вещи, да? Да, но в принципе я сам скины себе никогда не покупаю. И не выигрываю ни в какой лотерее и так далее. Потому что я не вижу в них никакого смысла. Лёха, у вас, да? Да.
Альмир, это, кстати, тот, который футболист с номером 30 сзади на аватарке. Месси, да. На твоем канале есть фанаты футбола. Напишите это, пожалуйста, в комментариях. Как вам чемпионат мира в Катаре? Нравится вам? Нет? Нравится? Да, кстати, в комментариях пишите. Я уже могу. Напишите. А вы... Но тем не менее. О, серьезно? Давайте я М-ку возьмем. Мы что-то быстро выиграли, кстати, сейчас. Леха троих уложил. Леха трёху. Троих уложил. Осталось тебе сделать эйс, то будет замечательно. Ну, Леха, в отличие от меня, не в курсе, что такое эйс. Короче говоря, это так помечается скорость на футбольных карточках. Не-не-не, эйс, это когда ты всю команду убил в CSGO. А, я думал, ты сказал пейс. Не. Ну, неплохо мы так справляемся пока что. Противники какие-то слабоватые. Ой, блин. Я что-то его даже не увидел. Давай, а, вон он где был. Узберки. Так, один на одного. Давай. Yeah. Красавец. Красавец. Реально. Давайте снова М возьмем. Да, тот же скин, что и у Лёхи. Это старый скин Лёхи у М-ки, а Лёха себе новый добыл. Ну, как я уже говорил, я себе скины, в принципе, это не беру. Мне и без них хорошо. Потому что кроме внешности, оружие вообще никак не меняется. А ведь есть скины, которые стоят миллионы. И как ни странно, их кто-то покупает. И я не понимаю, зачем тратить деньги на такое фигню. Так деньги больше некуда тратить. Вот именно. Еще Саня один раз в выпуске CSGO появился. Но у нас часто крутит в какие-то там кейсы. Надеюсь выиграть скин какой-нибудь. На эти кейсы надо тратить деньги, конечно. Но в каких-то местах там даже выгодно, на самом деле, скины-то можно продавать. Причем можно выиграть и скин по завышенной цене продать. Такой вот есть бизнес. Можно устроить. Не очень сильно прибыльный он будет, конечно. Но тем не менее. Покупать будут те, кому не жалко денег на такую бесполезную вещь. Максим, ты сказал, пейс это помечает скорость на футбольных картах, да? Ну да, скорость. Пейс это в принципе скорость игроков. Да. Скорость игроков. Я как раз вообще таки... вообще всех. Я как раз таки подумал, что ты сказал пейс. Тогда. Минус один. Спрятался. Сейчас отведает силушки скорострельной. А, я ничего не вижу! Нет! Да, нет! Нет! Я еще и перезаряжаться начал. Но он ослепил меня, я ничего вообще не видел. Я там ничего вообще не смог сделать. Вот, ну, это и... О, ну вот, наконец-то он сдох. Но он грамотно меня убил. Можно так сказать. Заслужил он похвалы. Ослепил еще тебя. Угу. Вот я и говорю, что грамотно сделал. Я бы так, наверное, не смог. Пора P90 взять. Хорошее оружие. Чтобы отведали силушки скорострельные. А вот, смотри. Дигл, что ли? Дезер Дигл, синяя фанера. Что, вернуть? Верни.
погнали. Поднимаем все на верхушку. Чтобы оттуда приставить свою пушку. Ой. Что-то рядом бомбануло. Для помощи нужна? Нет. Да. Как бы что еще не фигануло. Отведал косилушки скорострельный. Ой, на улице. Ай-яй-яй, перезаряжаюсь. Ой, улица. Как не вовремя перезарядка все время. Блин, а, это наш, оказывается. Я думал, это враг один остался. А враги-то еще все. А, нет, не все, четверо. Давай, справится, не справится, как думаю. Боба-боба. Ну, они не очень-то сильные, тем не менее. Да, у меня 1600 баксов. Победить их мы вполне можем. И мы будем пробовать это делать. Пытаться. Все что-то они на А идут. А на Б я что-то не наблюдаю. Пойду-ка я на Б. Пойду-ка я в подземный проход. Смотри, чтобы тебя не убили там. Забыл, где он. Лево. Ай, да я ничего не вижу. А, здесь подземный проход. Зеленый проход. Волосатые ноги. Ах ты, тварь. Да, никого на бы нету. Никто не хочет идти на В. Отведай, козилушка скорострельной. Лёха, я возвращаю тебе АВП, который у тебя украли. Да, но это не мой АВП. Не твой разве? Там было, там было написано мистер Алекс Кросс на нем. Ой. Так я тоже посмотрел, что-то не написано. Вспомнил, что не пишется, когда он слышит. Когда твой не пишется. Там реально, там, ну там точно был твой скин. Да, да, я понял, спасибо. А следы не остаются, мне их жалко. Тупой дробаш, осторожно, можно здесь дробашом залететь сейчас. Ой. Что? У нас походу. Я да? Тоже я слышал выстрел с другого места какого-то тоже. Нет. Он чекнул здесь. Где? Меня. Ой. Ну ты капец. Да, мы недооценили их немного, походу. 900 долларов. Sorry, I don't can give you drop, sorry. Мадзимаке! Бро! Мадзимаке? Дроп... Дроп... What? Yeah, drop me. Drop. Вай. Я не знаю, чё он хотел взять. Он хотел, чтобы ты ему что-то дал из оружия. А, но я у него спросил дать что. У меня еще один ОВП. Мне самому как бы нужен. Опа, минус два. Слепи свою дуло.
Бля, как ты его не заметил, а? На крыше стоял. Да, ник, который я лучше читать не буду. У него. Ой, блин, как я его не заметил, а? А, я понял. Пойми. Давай, Кан. Пусть. Да ладно, вон, да один, завали своего. О, отлично, надеюсь. Залепил свое дуло. Кан. Так. Итак, дорогие друзья, я поменял картинку. Теперь мы видим первую мутацию Криса Брэдфорда, которому Микеланджело дал прозвище Острозуб. И напрасно. Брэдфорд! Форд Брэд! Смотрите, кого я нашел. Четверых кандидатов в дохлые черепахи. В 9-й серии первого сезона он превратился в него. И был таким до 5-й серии второго сезона. Третью мутацию покажу, когда мы уже вторую начнем. Когда мы новую эту игру начнем. Мы парочку игр сыграем. Блин, я... Ой, извини, я... Блин, а... Я сначала подумал, что это просто... враг был. Меня сейчас сволочь не выстрелил в бортку, прикинь. На меня уходит стрелять. Скинхед, блин. О, там бомбу кто-то охраняет. Ой! Нельзя, чтобы они бомбу обезвредили. Ну ладно. Тем не менее мы одержали победу. Альмир, молодцо. Альмир! Не СГ. Че говоришь? What? Дроп ми! Ты мне должен снять. I can give you drop, sorry. Ты мне. Чего тебе кинуть? Своё оружие. Так у тебя такое же. Thank you. Он Максим, не стой, погнали. Sorry, I need the weapon myself. Okay. Don't worry. Thanks for the understanding, Mummy. You are welcome, my friend. Сзади что ли? Блин! Этот дебил матерный убил меня. Скинхед. Это скины что ли убил? Да. Сзади, да? Вот не повезло нам сейчас. Честно скажу, Крис Брэдфорд в виде человека выглядит лучше всего. Мутировал он быстро и мост, ну, то есть мост превратился быстро и, честно говоря, в виде человека хотелось бы видеть его больше. Прощат, бодр. Чего? Да, вот а, что он сказал, я что-то уже не понял. Он даже не английский язык. Собака выстрелившая. Какой-то сербский язык. Что? Откуда? А, я, у меня еще бомба. Супчик. Девятка, девятка. English, please. Блин, а... I hope you speak English. Purple, you Serbia?
What do you say? Do you speak English? Yeah. Not you, purple. Yes. Okay, where are you from? Where are you from? Turkey. Okay. Oh, okay. I'm from Russia. I'm too. Nice to meet you guys. Nice to meet you too. А я думал негативную реакцию, блин, сейчас услышу. Куда американец? Wow, Mr. Alex Cross, good job. Ай ты. На балконе. Так, короче, этот. Up, up, right. Ай. Мистер Alex Cross, do you hear? Ой, блин, я чё, один? Да. Да, что, чё-то они озверели. У меня хп you нету вот этого. Green, you watch football? You watching football? Я веду. You like football? Я веду. Who your favorite player? Эх, какое, блин. Holland. А, Holland. А, I love Messi. And Zidane, Zinedine Zidane. Ты под черепашек нельзя. А, ну ладно. Sure. Так что. No, see, I know, I don't love Cristiano Ronaldo, sorry. Okay, bro. Просто говорю к тому, что он нашел людей. Пальмир, никогда не меняйся. Вот, ну а что меняться? World Cup. Я говорю, никогда не извиняйся. А, да. Подожди. Просто вас сейчас ни хера не слышал. Вообще вас сейчас ни хера не слышал, потому что я разговаривал. Ай, блин. Опять один из наших. Do you watch World Cup? Yes, I think Argentina win World Cup. I love Argentina. I hope so. For me, Argentina, it's a good country for football. Messi, Di Maria. They lose though. No, he don't lose. I love Argentina. Блин, ты когда в голосовой чат говоришь, как будто я слышу Бога. Чему? Да потому что эхо такое. А, сейчас на микрофон не могу убрать. Да не, наоборот, это прикольно. А. What do you think about Kylian Mbappé? Good player. Mbappé is so selfish. Do you know selfish? Again, say again, please. He is so selfish. Ah. He doesn't do assist. But he is fasted. He is very fasted. Yeah, he's good. He's good pace. I got him. Блин, я как будто в FIFA играю, вот честно. Вот в FIFA играю. Спокойно. Ой. Ай, да блин, он достал меня уже. Блин, хорошие ребята, нравится мне. Пообщаться можно. Да. Хоть и не на русском. И даже не на татарском. For me, Zinedine Zidane is the best player French. One of the best player of all time. One of the best player. How old are you? Good shoot, purple. Thank you. How old are you, mate? How old are you? What? Say again. How old are you? You're a glitch. 60. Okay. 18 years old. Не, правильно. Yo, I am 20. Окей, nice. 18, это 18. Не, 6. А, ты про себя, понял. Я про себя говорю.
Ай, я, блин, ненавижу это, ненавижу. Дин-дин, Зидан. А пойду, короче, вниз скажу. Скинхед, который я, которого я ненавижу. Убивать его скорее. Yeah. Eat the my warrior strength. Wow. Good job. Thank you, bro. Thank you. Наверху. Plant, plant. Nice, good job. Thank you. Thank you very, very much. Ah, shit. Жду, давай выходи. Fruit plant. Всегда мечтал. Oh, okay. I don't can plant, I can plant. I see. Thank you for game. Yes. You good guy. You good guy. Nice to meet you guys, nice to meet you. Nice to meet you too. Bye. Thank you for game. Ух. Вот еще товарищи наши. Да. Альмиру Бизон выпал, городская штриховка. Да я его сейчас продам, мне скин вообще не нужен. Да. Че я дам? Еще будем? Подари максимат. Ну, тебе... Нихера себе! А, ну это естественно нельзя, мне сказали. Он от 500 до 1500 стоит. Медиан цен, она неправдива. Какую? Давай попробуем этот же режим. Пример. Подожди-ка, не начинай. Все. Я постенил стрих. Сейчас, постенил. Ладно, поставлю я. Но грузи же, ё-моё. Как этот сеанс недоступен? А вот все. А, Максим, видишь фотку мою? О, прекрасно. Тоже скажу. Иван Спиралка, один из моих любимых персонажей, Пикашка Ниндзя. Да, короче говоря, мы сейчас сыграем еще одну карту. Да, 28 минут заняла эта карта первая, конечно. Но у меня на аватарке стоит вторая мутация Криса Брэдфорда. Мутировал он снова во втором сезоне пятой серии. Я чувствую мутаген в своих жилах. Я быстр, силен, могуществен, как никогда. Я снова чувствую себя ниндзя. А мой персонаж мутировал значительно позже. И таким он остался, к сожалению, уже до конца мультсериала. В конце четвертого сезона он погибает. В начале пятого. Его воскрешают. И через две серии он опять погибает. Думаю, что Альмир поставил себе своего любимого персонажа из Черепашек Ниндзя. Русский торговец оружием Стрела. Я говорю, ты думаешь, что интересно зрителям? Ну, на всякий случай. Вдруг кто-то смотрит. У этого мультсериала миллионы поклонников нашли. Начать запрет. А мы ничего не сможем начать, соперник делает выбор. Ну, это пока. Пока соперник. Так, давайте какой? Давайте запретим нюк. Да. Потому что мы на нем уже были. Блин, а Вертиго прикольная карта. Еще я... Вердиго я запрещу. Блин, хорошая карта. Ну, хорошая мне карта. Она надоела что-то. В 20 серии первого сезона, в 20 серии второго сезона Стиранг появлялся, а в 10 серии третьего сезона он и его напарник Антон Зек, они мутировали в носорога и свинью. Которая, между прочим, мой тоже любимый персонаж. Да, который, видимо, Данда более известный как Бип Рок, кстати.
Так, о, давайте Анубис. Ну, в жопу это Анубис. Анубис. Инферно. Ненавижу. Тогда. Ненавижу эту карту. Надо. Пацаны, а вообще как тут, что нажимать? Я, блин, первый раз кэску зашел. Ты выбери карту, которую ты не хочешь играть. Так я все не знаю. А он что, первый раз зашел в CSGO? Ну, не знаю, на рандом выбери тогда. Блин, я же был первый. Выбрали. Не, ну я тыкаю что-то чисто рандомно. Я знаю все эти карты, я выбрал те, которые мне не нравятся. Хорошо, ты, короче, будешь подсказывать мне. На что закупаться? Ладно, хорошо. Надеюсь, этот чувак не будет материться. Во всяком случае, он нормально разговаривает. Инферно, инферно. Надеюсь, эта игра будет быстрее, чем предыдущая. Предыдущая карта заняла... Комментатор вспомнил в России. Это Черданцева знаешь? Кого? Черданцева Георгия знаешь? Нет. Ладно. Вспомнил просто его фразу одну интересную. Залетит, блин. Свое дуло хотел сказать. Блин, надеюсь, эта карта не будет такой долгой, как предыдущая. Я тоже это надеюсь. Еще на больше. Что закупаться? На О? Нет, на И русскую. Все, понял. А? Это мышкой, да? Да. Одиться. Ты что, реально первый раз играешь в CSGO? Ну, в CSGO, да. А в эту, в 1.6 и в 1.5 играл. А, я тоже играл. В CSS играл? Ну, я в свой раз? Да. Кстати, ты играешь с летсплейщиком Максимадзе. Мы сейчас записываем видео для Ютуба. Красава, пацаны. А я стримлю на Твиче. Будем тебя учить на видео играть в CSGO. Меня чел в каком-то туннеле, я не знаю, как это называется. Класс. Просто класс. Да, он убежал, я назову, он там был. Я назову это видео разговорчивый выпуск. Или что-то такое. Тихо, не топай, тут же все на корточках ходят. Ой. Извиняюсь, я 2000-кратно извиняюсь, я забыл. Такое правило. Слева чип. Где-то топает. Походу бомбу поставили. Какое правило? Меня попустили. Задроты какие-то играют, или что? Ну, я задротом бы себя не назвал, я вообще да. Далеко не очень-то хороший игрок. Я больше вообще в FIFA играю. Вот этот пистолет отстойный. Юз? Да не, нормально, как по мне. Ну да, надо из него попадать четко. Минус у него в том, что в нем патронов мало. Хорош, видал, как я ее? Хорош, да. Ага. Сейчас сгоришь, аккуратно. Отведали силушки скорострельной. Ах, я его не заметил. Так обрадовался, что я этого не увидел. Барабашка. Я аж троих сразу убил. Отлично. Молодец.
Справа. Отведал силушки скорострельной. Ах, я опять не заметил. Да... Они прямо надо мной. Найс. Еще один где? Ну он где-то здесь, на через большой. Да-да-да, справа. Хорош, слушай. Во, видишь, справился. И даже учить тебя ничему не нужно. 15 лет в шутеры играл, хоть стрелять научился. Отлично. Просто надо гордился. Нифига себе, 15 лет. Позволю знать, какие шутеры ты играл. Правильно. Шутеры? Call of Duty, О, Мафи играл? Можешь не материться, пожалуйста, ты все-таки на YouTube канале. Я тебе сказал Call of Duty, Ну я прошу не материться при этом. А, он там на ступеньку какую-то поднялся. Потому что канал-то у нас все-таки 0+. Ты чемпионат мира смотришь, что ли? Я? Да. Нет. Ну, понятно. Ой, я случайно, я чуть не подумал, что это враг. Эй! Куда ты своего шлёпнул? А, ладно, хорошо. Напугал. Я запомнил это. Лёха у нас может подумать, что враг. Я. Хотя, как по мне, я не похож на врага. Так где враги-то? Где враги? Я никого не вижу. Это один вражеский труп здесь. Ну, смысла нет. Да, я что-то вообще про бомбу забыл. Хороший рисунок, блин. Хорошая татуировка на двери была. Ненавижу татуировки. Так тебе во сколько завтра в зал? К 10. Скажешь, придешь, напишешь мне, все ли там работает. Хорошо, ладно. Ой, откуда? Откуда? Банана. А, вот. На Б один. Ой. Ты все сдох? Поняли. Ох, ёпта ломаная. Ой, он фигу, что сделал, на самом деле, с этой? Мне кажется, мы проигрываем. Да, есть такая, конечно, вероятность. Сейчас засаду сделаю. Жёстко. Блин, уж игра началась. Встану тут. Я не стал там кое-кому. У меня топают. Это Б, да? А не, блин, как его перестрелять?
Он какой-то жесткий. Никто не будет заходить сюда. Я захожу. Эх, на Б поставили, не на А. Не, я там не смогу один. Потому что я за только что наблюдал, никого тут нет. Минус один. Идем на Б и кончаем там абсолютно все. Блин, ой, блин, одного убили, все, меня все добили. Не сможет. В любом случае ее разминировать. Это возможно и поражение в этой игре. Да. Ну главное, что выпуск получается у нас хороший, разговорчивый. Причем да, даже на не на русском языке. Ну я свое звание применил. Я не пойду бы, там он меня перестреливает, там жесткий какой-то чел. Или а, я пойду. Я пойду. Погнали, погнали, давай. А и все вчетвером пошли, да? Нет, втроем. Ну да. Должен вдвоем. Почти теперь, иди первый. А я за Б следить буду, остаюсь. За плен стал. Я буду за Б, короче, следить. Вот они пошли на... Бля, вот, он вот теперь здесь. Я... Логика. Что он меня преследует? А к тем я тебя огорчу, это походу, а... Да. Точно. Успею ли добежать до туда и убить его? Да не, я тут проиграл в любом случае. 5 врагов. Один, конечно, отведал силушки. А если включить режим берсерка? А вот третий уже нет. А как прицел меньше сделать? Настройка где? Там где-то в настройках, да, должно быть, скорее всего. Сейчас дигла покажу. Давай. Хороший пистолет. Let's go. What the fuck? Так, ты по нам пойдешь чекать? Не знаю, надо, чтобы кто-то был на Б, и кто, а кто-то на А. Лёх, там много? Нет, никого. Ладно, тогда буду за Б следить. За прошлый раз на Б я бомбу заложили. Так что можно ожидать всего чего угодно. И надо восточник ПП. Кстати, у меня был. Эй, он сзади двое, сзади двое. Походу они опять найдут. Да не. Ай, блин, Лёха, молодец. Чел, не успел выйти, сразу пикает. Ай, нет, нет, нет. Братан, ну что-то со стрельбой проблемы какие-то. Да ненавижу я перезарядку. Ну и да, со стрельбой у меня не все хорошо. Хорошо, все, карта меняется или что? Че так? Не-не-не, но нет, мы за террористов сейчас. Меняется, роли меняются. Теперь мы террористы, теперь мы должны закладывать бомбу, а не спецназовцы. После Call of Duty непривычно в это играть или что? Да, ну я просто не играл, я как бы видел, как играть, но типа что-то желание было. А, думаю, ты да. Modern Warfare 2 гонял? Я вообще играл, все проходил. А, ну чё, какая Modern Warfare, такой самый лучший? Ну, не знаю. Первый.
Ты меня спрашиваешь? Не-не-не, я у него. У меня спроси. Modern Warfare, наверное, слышал такое участие? Кто? Ты. Прикалываешься? Нет. Я во всех играх почти. Множество игр знает. А вторую играл? Я на него предзаказ сделал за 7000 рублей. Нихера себе. Конечно. А Battlefield играл? Конечно. А я нет. Я в Call of Duty Battlefield играл. Конечно же. Modern Warfare 2, как по мне, самый лучший. Мне наверное, больше всех нравится. В Call of Duty ради сюжета просто играть. Хотя там тоже мультиплеер есть. Я сейчас в Warzone 2 играю. Ага, слышал ты по игре. Которая, конечно же, недоступна в России. Но хакерскими методами ее можно раздобыть. Которую Максимадзе не может скачать. Да, Леха хочет и даже немного настаивает, чтобы я скачал ее. Но для этого надо VPN, а я хочу возиться с этим делом. Тот VPN, который я рассказывал на Ютубе, его уже давным-давно как прикрыли. Роскомнадзор прикрыл. Чтобы мы не заходили на те сайты, которые они не разрешают. Ой, граната. Флешка она называется. В окне чел точно один, даже два. Ой, блин. А, блин, а. По гранатам. Ну зашибись. Блин, ой. Ну, Альмир просто в западне оказался. Да ничего в западне, развернуться мог спокойно. Меня же молик не задевал. Все, из балкона упал. Так, остался один раунд, и они выигрывают. Ну ничего. Один раз мы выиграли, один раз они. Ладно. Ну вообще попытка, не пытка, почему бы не сравнять? Прилипало. Да, не говори. Помолит, да еще что-то. Ничего, бомба. Пожалуйста, лишь бы здесь никого один нет. Один уже на базе. На прямой на этой, сейчас. Я бомбу планчу на А. Прячусь, я не буду уходить, то есть их ОП. Все-таки мы выиграли в этот раз. Я же говорил, шанс станет. Да, ну, я много времени просто не очень-то хочу тратить. 50 минут уже. О, не сравняем, не сравняем, так ладно. Леха, дай СГ, я тебе калаш дам. Ой, блин.
А, блин, он сзади. Так, остался только тиранка, блин. Ай, тупой. Не прострелит, да? Ай, ё-моё. Не, просто сейчас пин был небольшой. Ну ладно, барабашка. Пока. Передавай, а, давай. Всем, передавай всем привет. Смотри себя на Ютубе. Угу, давайте ВБ, пацаны. Да. Давай, пока. Ну, Мир, что тебе сейчас подарков дают? Чё? Подарков столько тебе дают. А. Ну, в общем... Да для меня это не подарки. Я их все равно продаю. Вам, дорогие зрители, тоже давайте до свидания. Ну что, деньги не подарки? Передавайте всем привет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Подписывайтесь также на стримский канал, группу ВКонтакте, и всем пока. Ну, деньги. Ну, блин, прощайтесь. Ребят, прощайтесь. Да, давайте. Удачи.